Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Вопрос 1953, том 7. В апостольские времена Бог давал моментальное знание иных языков. А после это явление в более позднее время встречалось ли? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Очень редко. Единичные случаи. Сегодняшнее же говорение на языках почти всегда есть повреждение психики или явное беснование. Харизматический заскок самости и непокорности Вселенской Церкви. 1 Коринфянам 14:23. Если вся Церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Житие Паисия Великого, память 19 июня. Слово к святому Паисию первым начал старец. Он говорил через переводчика языком сирским, ибо не умел говорить по-египетски. Паисий же, будучи египтянином, немало скорбел о том, что не знает сирского языка, так как он не хотел пропустить ни одного полезного слова старца. И вот, возвет очи свои на небо, и, устремив ум к Богу, он воздохнул из глубины сердца и сказал: «Сыне, Слове Божий, дай мне, рабу твоему, уразуметь силу слов всего святого старца». И лишь только он сказал это, о, сколь близка всегда к нам помощь Божия, тотчас же стал понимать сирскую беседу старца и, просвещаемый Божественным Духом, начал говорить с ним по-сирски же, и наслаждались они оба богодуховными беседами без толкователя, говоря друг другу о своих подвижнических трудах, кои им были завещены от Бога, и каких кто из них сподобился Божьих дарований.